Всем привет! Если вам нравится сериал «Постучись в мою дверь в Москве», ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. А перед началом анонса хочу поблагодарить всех подписчиков и зрителей за просмотры, лайки и комментарии. В 48-й серии произойдет небольшой конфликт между Алиной и Сашей, когда вся команда отдыхала на природе. От обиды Саша убежала в лес, а Сергей помчался ее искать, и через время он нашел ее лежащей на земле. После этого Сергей отвез Сашу в ближайшую больницу, где ей оказали первую помощь. Врач сказал, что у нее временная амнезия, и несколько часов она не будет помнить, что случилось. Сергею это нравится, потому что Саша забыла, что он ее бросил. Врач сказал, что ей нельзя спать в ближайшие сутки. Это необходимо для того, чтобы избежать осложнений. И Сергей увозит ее на дачу, где тихо и спокойно. Не успев доехать до места, Саша все вспомнила и начала истерику. Она потребовала отвезти ее домой. Но все же ей пришлось остаться на даче до утра и при этом не спать. А утром Сергей отвез ее домой. Вся эта ситуация показала, что Сергей сильно переживал за Сашу и заботился о ней, пока ей не стало лучше. А значит, причина расставания не работа, а что-то другое. Что именно, это и предстоит выяснить Саше. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.